Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодняшний обзор будет на чудесную палеточку, очень красивую палеточку из лимитированной коллекции от Estée Lauder. Мне она попалась, вот она коробочка, лимитки, которые каждый год выходят под названием Bronze Codas. И здесь ажур, получается Bronze Codas ажур. Красивые. Красивая упаковочка, но в этой упаковочке настолько красивая оформленная палеточка. Я вам ее сейчас покажу. Наверняка вы видели даже в магазинах, может быть, даже подходили, смотрели на сайте. Вот она, красота из летней коллекции. Вот только посмотрите, просто шикарное оформление. Причем, знаете, как снаружи, так и внутри, все идеально. И здесь вот эта коллекция этого лета посвящена отпуску, морю, солнцу, пляжу. В общем, все, что связано с отдыхом, с настроением, со сказочным летним настроением, все это передается вот в этой палеточке. Красивое, я говорю, красивейшее оформление. Я, когда на нее смотрю, вот, знаете, называю вот одним предложением: эстетика во всем. Вот это действительно от оформления, от прекраснейшего, красивейшего оформления снаружи, как она оформлена, так и внутри. Поверьте, внутри там просто потрясающие оттенки цветов. Мы сегодня теней, мы сегодня их протестируем. Я вам покажу макияж наиболее, знаете, на наиболее таких, скажем, спорных оттенках, когда смотришь на эту палеточку, вроде хочется купить, но вот несколько цветов теней вроде как останавливают многих, и они думают, а куда я вот буду краситься такими оттеночками. Я сегодня вам в макияже покажу, как можно сделать дневной макияж с помощью вот этих теней. Прекраснейшее оформление, и вот здесь вот этот вот камушек, знаете, посмотрите, какой он, как вот как драгоценность, да, посередине, здесь вот как вот часы такой, ну или стороны света, то есть такое вот многозначное значение вот у этой палеточки оформления, и здесь такая пипочка тоже такая в цвет. В общем, я ее когда увидела, я сразу ее захотела. Лимитки, они выходят каждый год у Estée Lauder Bronze Codas, только разное наполнение, да, в соответствии, вот, ну, какие там цвета выбирают. Если в прошлом году я выбирала между лимиткой от NARS, у меня есть видео, я вот здесь сейчас подсказку составлю, вот такая была лимиточка прошлогодняя, летняя. И у Bronze Codas были практически похожие оттеночки, но почему-то я в прошлом году выбрала именно вот от NARS. Мне тоже захотелось, интересные есть у меня свотчи. То в этом году я сразу же, как только увидела вот эту палеточку, я сразу захотела ее купить. И я ее купила, как только она появилась. Я ее пользуюсь. Все, ну, как вот. Как-то она вышла летом, вот, июль, август, я ею пользуюсь, мне она очень нравится, потрясающие оттенки. Смотрите, она еще и, скажем, многофункциональная, вот этот продукт, если брать, у нее большой размер. Смотрите, вот она открывается, она большой размер, здесь большое зеркало, очень удобно делать себе макияж. Обычно в палеточках маленькие, неудобные, но так как она здесь вот так красиво открывается, да, то есть мы можем ее вот так вот прям стоя держать, как обычное зеркало, и делать для себя макияж. А вот оно большое зеркало, как вы сейчас видите, полностью, вот она практически на всю палеточку. И с потрясающей оттенки теней. Посмотрите, какая прелесть, какие красивейшие тени. А здесь гамма теней, вот как раз именно связана с летом, да, с морем, воспоминания, то есть и зимой можно ею пользоваться, особенно сейчас вот наступит осенний период. Здесь есть базовые прекраснейшие оттенки. Например, вот этот вот светлый и вот этот вот чуточку потемнее, шикарный оттенок, поверьте, он идет хорошо в растушевку, в прорисовку вот этого вот века.
да, прорисовочку складочки века. Вот просто шикарнейший оттенок. Вот он на каждый день. Это правда. Для любого практически макияжа он подходит именно прорисовать вот складочку века. Посмотрите, какой красивый глубокий синий цвет. А вот это вот бирюза. Вообще шикарнейшие оттенки. Мне они так понравились. А вот этот песочек, солнышко, да, солнечный оттенок. Песочный оттенок. А вот это, знаете, вот этот темный оттенок, это темно-темно-зеленый, вообще супер. Я вам сегодня покажу один из макияжей, сделанных вот именно, используя вот этот оттенок, вот этот и голубой. Прекрасный, прекрасный. Здесь можно столько сделать макияжей, причем как вечерних, так и дневных. Поэтому, если кто-то задумывается, взять ее или не взять, да, конечно, берите, потому что цвета просто восхитительные. Здесь и матовые, и вот эти сияющие, да, с шиммером. А вот у этого много очень шиммера, причем его нужно, вот этот желтенький, как бы так надавливая, кисточку надавливая, не так вот наносить, потому что блесточки, они будут осыпаться. Это у любого шиммерного оттенка, у любого бренда они осыпаются. Ну, вот потому что такой более крупный помол идет у шиммера. Вот этот вот вообще замечательный оттенок. Давайте мы его вот их просвотчим, и вы их увидите. Пигментация хорошая. А здесь и матовые оттеночки. Вот этот матовый оттеночек, вот этот, соответственно, матовый, и вот этот темный. А эти вот они шиммером, вот такие атласные, в общем, шикарная палетка, просто сказка. Я когда говорю, я ее увидела, я сразу же ее и купила, то есть не раздумывая. Если в прошлом году у меня было брать не брать, то в этом году я просто не могла устоять вот от этой красотищи. Ну просто красота, посмотрите, какая прелесть. Она украсит, во-первых, любую сумочку, большое зеркало, и даже вот просто, знаете, доставать из косметички и каждый день вот делать макияж с помощью таких вот, я говорю, эксклюзивных таких вот произведений искусства, сделанное вот специально. Ну вот для нас, для девушек, это вот это просто поднимает настроение, вот, ну любовь, как говорится, с первого взгляда, и окружать красивыми вещами свой каждодневные свои будни, я считаю, нужно вот не задумываясь. Прекрасно. Все, я очень много вам наговорила. Я думаю, что вы уже поняли мою мысль, насколько я влюбилась в эту шикарную палеточку. И сейчас я вам покажу сводчим и просводчим, и также макияж. Все, смотрим с вами сводчи и макияж.
почетче на эту красоту. Красотища, красотища. Начнем с первого светлого оттенка. Вот точно он на руке не отразится. Вот он. Куда бы нам его нанести? Сюда не видно. Сюда будет не видно. В принципе, его и не увидишь. Вот он. Следующий у нас пойдет синий оттенок. Как выглядит синий оттеночек. Вот он. Побольше нанесу, чтобы можно было рассмотреть красоту. Видите, красотища. Так, светлый. Вот это про тот, который я вам говорила, насколько он хорош прорисовывать им складку, складочку века. Вот он красивый. Этот зеленый возьму, темный зеленый. Сейчас я буду на стрелку вообще замечательно. Побольше. Возьму. Вот он. Какая красота. Так, берем теперь у нас матовый коричневый. Красивущий, золотистый. Давайте золотистый вот здесь. Позолотим рученьку. Видите? Какая красота. Красота, красота. Так, затем идет у нас белый. И белый можно вот здесь добавить. Давайте вот здесь нарисуем белым для контраста. Мой любимый бирюзовый. Красота, красота. И он рисуется на вене. Красивый. На самом деле он очень красивый. Посмотрите, как он переливается. Видите, как в сочетании с золотистым красивый макияж получается. Если добавить вот этого синего. Еще добавлю синего. Смотрите, какая красота. Супер, супер. И у нас остался вот этот центральный с вами. Центральный, центральный. Красивый, красивый, красивый оттеночек. Да, бы я могу с вами посмотрите, какая красота. Вот она, палеточка наша с вами. Какая восхитительная гамма теней. Супер! Надеюсь, я вас убедила, что такая палеточка подходит на каждый день.